Результаты референдума о внесении в Конституцию положений о присоединении Республики Молдова к ЕС являются очень хорошими. На фоне уязвимости молдавского государства к антиевропейской пропаганде и влиянию на голосование со стороны России через подкуп избирателей. Такое мнение выразил Валерий Упаша, председатель сообщества Watchdog.md в интервью, данном в рамках информационной кампании «Европа рядом с нами», организованной телеканалами One TV и Star TV. По мнению эксперта, число молдавских граждан, поддерживающих вступление в ЕС, гораздо больше, чем тех, кто проголосовал «за» на плебисците. Однако многих ввела в заблуждение запутанная формулировка вопроса, содержавшегося в избирательном бюллетене. Есть еще наша алта, например, если у Виктории... Это и то, и другое. Прежде всего, это победа. В момент, когда соблюден установленный законом срок, это свершившийся факт. Поправка будет внесена в Конституцию. Вопрос закрыт. Более того, не следует ставить знак равенства между долей тех, кто проголосовал «за» на референдуме, и тех, кто поддерживает присоединение к Европейскому Союзу. Это не одно и то же. Опросы также показали разницу. Однако вызывает беспокойство то, что этот результат или цифры были сильно искажены массовыми, абсолютно явными нарушениями. Глава сообщества Watchdog.md утверждает, что избиратели, которым заплатили за голосование против на референдуме, также получили деньги за голос в пользу одного из кандидатов, поддержанных Россией на президентских выборах. Это показывает, насколько уязвима наша демократия. Asta e mare îngrijorare, cât de протежата есть демократия наша. Это очень беспокоит, насколько защищены наша демократия и электоральный процесс от такого феномена. И проданный голос сложно отследить в вопросах. Это практически невозможно. Мы заметили определенный феномен ближе к дню голосования, когда многие колеблющиеся избиратели внезапно приняли решение, проявились определенные аспекты. И этот феномен подкупа избирателей касается людей, которые либо не уверены в своем выборе, либо часто даже не участвовали в выборах. Очень высокая явка в некоторых районах при довольно низком проценте голосов за ЕС показывает, что привлекли и мобилизовали тех, кто, возможно, впервые в жизни голосовал. В то же время эксперт Валерий Упаша считает, что власти, партии и представители гражданского общества, продвигающие европейский вектор, должны как можно проще рассказывать о европейской интеграции, чтобы эффективно противостоять волне дезинформации и антиевропейской пропаганде. Много говорилось об интеграции в ЕС. Люди поддерживают интеграцию в ЕС, но не была проведена четкая связь между референдумом и вступлением в ЕС. При этом те, кто занимался манипуляциями, пытались объяснить, что этот референдум о другом, что это референдум о Майесанду, о потере нейтралитета и многом другом. Была масштабная кампания по дискредитации как референдума, так и европейской интеграции. А информационная кампания была размыта. Признаю, и у нас были определенные упущения. Нужно было говорить проще. Еще проще, очень четко объяснить, что означает этот референдум. Если выбираешь вариант «да», поддерживаешь интеграцию в Европейский Союз. Если выбираешь вариант «нет», против интеграции в ЕС. Это так просто. Валерий Упаша считает, что мошенничество путем подкупа голосов на референдуме и в первом туре президентских выборов стало возможным также из-за того, что юстиция саботировала привлечение к ответственности членов преступной группировки Шора, причастных к схемам электоральной коррупции и незаконного финансирования конкурентов на выборах. Детурнаря курсу Республики Молдова. Din păcate, nu depinde de starea economiei și de starea infrastructurii. К сожалению, изменение курса Республики Молдова зависит не от состояния экономики и инфраструктуры, а от имеющихся у нас институтов и условий, связанных с реформой, от пересмотра реформы юстиции. Ее необходимо полностью переосмыслить. Я не говорю, что нужно отказаться от всего, что сделано, но определенные аспекты нужно пересмотреть, чтобы добиться результатов быстрее, и чтобы все, кто находится в сфере юстиции, не были вынуждены переходить на другую политическую сторону. Когда юстиция противостоит власти, она становится политической. Будем честны, и мы видим это саботирование на примере дел о подкупе избирателей. Justiția face politică. Să fim sinceri. Și vedem acest sabotaj.
Cazurile de corupere electorale. В то же время, считает председатель сообщества Watchdog.md, результаты референдума свидетельствуют о том, что проевропейские избиратели, мобилизовавшись, могут противостоять попыткам враждебных Молдове сил купить голоса. Это было высоко оценено лидерами Европейского Союза и США, где уважают выбор большинства. 60 ли это процентов или 50,4, говорит эксперт. И отмечает, что еврооптимисты победили в условиях большого прессинга на Молдову, которая столь уязвима к российской пропаганде. Кто-то привел хороший пример. В 1992 году, когда путем реорганизации Европейского экономического сообщества создали Европейский Союз, Франция, чтобы присоединиться к этому договору об учреждении, решила провести референдум. Во французском обществе шли активные дебаты, и на том референдуме «за» проголосовал 51%. То есть само учреждение Европейского Союза в его нынешнем виде зависело от референдума, который также завершился с результатом в 51%. А depins de un referendum care tot cu 51% a trecut.